Блин. Ты в саму, да? Лучше в саму. МК. Келдрин, дай МК, пожалуйста. Дикий сегодня вообще в ахуе, никогда так мог. Да черт его, я же умер. Натанель слетела. Дикий Торм, ты после рейда мыться пойдешь, да? Здрасте. Я в ванну сюда притащил, в ванну сидишь. В ванну сидишь? Димон, ты, кстати, заметил срез, какой идёный наш мод? В смысле? Ну, как он считал нервничать начал. С щитом? Да. Когда я над ним рофлить начал. Он таких шуток не понимает, пиздец. Ну, у нас Саня, он рафлист, тоже не понимает шуток. Все время агрессивный какой-то стал, кидается на всех. Бухать бросил, наверное. Ну, я про смекалку. А что с ним не так? Какой-то странный. Че, как у вас там успехи? А мы уж почти закрыли все. Серега, ты что, потом спать, не? Нет, наверное, не знаю, посмотрим. А что хотел? Ничего. Пристав. Походить. А на полу скажу, помадит. Да пусть дает все в танка. Я все равно второй по агро буду. А что, я хотел нон-спида? На полу еще меня, я сразу же упаду. Сначала нечаянно, танк. Все, танк, он сюда подходит, вот где стоишь. Паскутик хочет выиграть. Дева, давай. На пулю его в танка ПКД, пожалуйста. Саня, он спида потом поиск. Да, пока тут. Нечаянно кинь на от Элдрин.
Кажись. А нужен кому-нибудь одноручный меч? Телдрин. Но он на лавкаче. Лучше дикий шторм, можешь у Редрика себе возьмет на разгон. Если никому не надо. Все. Магу. Магу дать? Кого? Ну меч? Про меч же, конечно. Да, да, да. Ну да, магу, наверное. Не знаю. Просто Телдрин, он 1.6. Да меч он не имеет, не РДДшный, а миликовский. А, миликовский? А, ну да. Поэтому дам, пускай на разгон. Собирают этих бог. Так. Ну-ка. Оп, красавчик. Вот этих со стенок собирай. Я могу на пулит на него привести. То есть, помню. Тут уже этих срываю. Не-не-не. Да. Я сам. Дикий, на тебя двое еще бегут. Дикий, знаешь, как танчит побольше, да? Да. Но он быстро учится. Он просто давно танчит. Я думаю, это будет хорошее уважение наше. Я тебе даже если чучарки дам. Камушки тебе перебью. Только если ты будешь у рейда ходить. До конца месяца точно, а потом отпуск на месяц. Давай, позиция. Мать, Дина. А как осколок грез ролился? Это что, аддон такой? Давай, да. Че, сразу? Да-да-да, спускается. Агри-агри. Войд там не лишний, то поди спелишь. Да вы чё здесь спелите? Отводи его. МТ, тотем, тотем, МТ. Надо вот этих собирать. Да, тут уже некому, Сань. Ну да, проще. Ты что-то тотем диспельнул, да? Да, не было тотема с диспелом. Просто ты диспельнул рукой, получается, да? Нет, я вообще не диспелил. Не было того, плюнул. А я сорвал, он плюнул. Не, я про рассеивание. Ну да, рукой, блядь, снимаешь, когда эти. Я сейчас ни с кого ничего не снимал. Из себя, может? Ну, сейчас и не надо. Из себя ничего не снимал. Там умрёте?
Я что-то не туда. Что такое мутагенный укол? ДБМ вешает черепок на человека, на которого вешается мутагенный укол. Босс вешает мутагенный укол, и аддон вешает черепок. Мутагенный укол висит 10 секунд, и когда заканчивается время, под игроком появляется зеленая лужа, и она растет. Надо выносить. Надо выносить, не просто выносить, а выносить туда, откуда увели босса, чтобы на пути движения босса не было луж. Короче, выносить надо. Ну, если под морду боссу вынести или в центре разлить, то будет вайп. Ну, я понял, надо выносить. Мозг, да? Ну, да-да. Рыбу кушай. Приз, ты где там? Где я? Я отходил, что-то у вас дела там, ребят. Не очень. Нагр. Сашка, смекалка, ты здесь? Где ты? Алло. Дэвил. Он бежит. Он вообще дамажит? У него шмотки с МП5. Какой там дамаг, ты чё? Дикий шторм, если тебе, короче, интересно будет, после рейда со мной поговоришь, а тебе, если чё, помогу там содержать, то всё. Рыбу поели все. Точно, да? Рыбу все поели, все бафнулись. МТ понял, да? Тотем очищения надо. Ой, это от сил природы надо ставить. Неистовство подключи, дикий шторм. Че, интеллект дайте еще. Да, погоди. Босс спускается, сразу пуляем. Ты смотри за вот этими, чтобы в рейде никак не могли быть вот эти маленькие слизняки. Они за тобой должны быть тоже. Комбате помогаем в этом плане напуливать их. Геру дали. Мак, дай МК. Отводи. Прист, выходи, выходи с рейда. Прист. Отойдите от приста все, от черепа отойдите все. За босса, за спину боссу отойдите. Сука, что за, блядь, Арчи набрал? НТ вынеси.
чё здесь я-то ебать, а вы чё не смотрите, кого берёте? Я ебу, блядь. Писал, взял. Ещё один. Не писал твой кореш. Ну, ладно, чё-то. Да. Ближе проходите, проходите ближе. НТ выноси. Назад туда, дальше. Вот так. С другой стороны оббегай. Блять. Да-да-да, вот так оббегай. Пиздец. Вау. Саня. Сам себя снимешь, да, Сань? Прохилишься, блядь, нахи. Отбегай, Павел. Паладин, сам там себя снимешь. Выбегай, диспель себя. Блять. Нечаянно. Ладно, обратно. О! Спит. Бягу, пацаны, бягу. Давай обратно, обратно. Я уже тут, Сань, что ты начал-то? Бомбайте. Понимаю, она. Ну. Пала, ты бегай. А ты можешь сам себя диспелить. Ох, бля, пацаны, что происходит? Ну, я тебе скажу так, не диспелиться это. А я бегаю и диспелю. Прикинь. Ну, я не могу диспелить. Почему на меня три раза подряд эту хуйню кинули? Дикий красавчик опять. Одноручка, одна. Прис, не дай бог, ты заберешь эту одноручку. Чего приставок все хейтите? Ебаный рот. Нормально. Стань, скажи, что мы там приста хейтим. Смекалка, давай. Void life. Смекалка со мной вообще разговаривать не хочет. Со мной тоже не хочет. Я вообще в ахуе. Что за человек, блядь, а? Губки надул. Сашка. А он еще меня наебал. Я, говорит, сейчас через полчаса буду запьем, сгоняю, нахуй. Вот часа два не было. Пиздец, это такой человек, нахуй. Такой человек, нахуй. Понял, все пучком. Да не, Сашка просто... Не, Сашка классный типок вообще. Сбоку, да? Так, да не, ну, блядь, вообще нормальный. Лучше расскажите, как мы будем убивать этого босса. Пацаны, аккуратно, вы с левитацией. Дикий, ну, что, ты танчил этого босса? Да. Там, получается, он накидывает стаки, да, на тебя, правильно? Да, правильно. Да, по 3 стака брать. По 3 стака брать. А там есть такой момент, что, допустим, ты видишь, что он сейчас будет кастовать 3-й стак, да? Ну, 4-й, допустим, да, уже, правильно? Но... Стак, как бы, действие на тебе уже заканчивается. Чтобы, допустим, смотри, сова может, допустим, спекнуться в медведя, ой, прыгнуть в медведя, заагрить на долю секунду, там, на секунду, да, на две. И, ну, у тебя стаки спадают, и ты его переагриваешь. Два стака, Сань, копится и скидывается. Два или... Скидывается, как долго скидывается? Стак обновляется на 5-й секунде, таунт производится на 7-й. Когда 4-я секунда тикает на танке, с которого забрали, он забирает обратно, вот и все. Бля, вот это красавчик. А кто это? А тот, кому ты отдай, пожалуйста, пушку одноручную на холипала, рога. Отдали. Не, отдай, а не отдали. Он взял себе рога эту пушку. А у меня рога? Да, рога. Не-не-не, она у меня. Ну вот, комбате. Или вы ее после будете ролить?
Кстати, Саня, а вот этот холипал нормальный вообще? Голова или еще что-то в левую руку? Так, ну, Ретрик тогда, наверное, по агре, да? Ретрик, у тебя щит есть? К сожалению. Блять, ну у него хп мало. Я не знаю, типа мы попробуем, чтобы нечаянно в сове забирал, или, блядь, это плохая вообще идея. Да лучше я сразу два танка. Да я по таунчу. По таунчу. Я могу тотем каменный ставить на время. Так, кто поводит? Нонспид, ты поводишь? Телдрин. Поводишь? Да, да, у меня же я же вкачал, что ты сказал, все сделал как надо, чукова. Молодец. Ну давай попробуем. Щит, в принципе, на хулипала есть, не знаю, можно одеть. Ну вот. Ну хоть что-то как-то там пожить подальше. Они же с центра, да, выходить только будут? Да. СС-а нету, давай там, как бы, это, внимательно. А, Геру отдадим после того, как убьем первых вот этих мобов. Как бы. Так, ну все, пал, получается, заберет, скинет стайки. Танк. Танк, знаешь, да, где танчит, все правильно? Все готовы? Все готовы. Бафы там, вся хуйня. Телдрин, чего не хватает, Егор? Все, все хватает. Блин. Прям с тем. Дальше, дальше, да, отходи. Назад, да. Забери. Блять, НТ, зачем переагрил? Я переагрил. Заберите, там. Боже, заберите. Жди с падения стаков. За пятую секунду перезарядить можешь даунтить на четвертый. На своей смотри на дебаф на время. Окей. Забери вас. Ты сам следишь, да? Сад налево. Да, конечно. Но я же не хочу его 10 секунд танчить, мне это надо. Блять, ну это пиздец. Ну вот видишь, на четвертый надо тебе забирать. БР нечаянно, БР мало. Меня убили, Сань. Пиздец. Стопните, ну шаман там, что-нибудь, сова там отдай корни. Какие-нибудь там. Ну... залейте, залейте эту хуйню. Блять, как сейчас водить? Кто будет водить их? НТ, ну будешь ты, получается, я не знаю как. Добейте, добейте мобов. Вокруг тотема бегай. Пусть знает как. Сань, дай стамину попалу. Бежит один к вам. Ты долго не забираешь, Дики. Ты... Я ж тебе объяснил. Не жди, когда они полностью с тебя спадут. 4 секунды на тебе осталось дебафа. Ты можешь смело таунтить.
Он их обновит только тогда, когда они уже спадут с тебя. Услышал? Да, просто ты что рано забрал его. Я на 7 секунде забираю. Вот хороший Егор, хороший. Вот сейчас смотри на свою. Блять, еще как-нибудь горка в этом, да? Хорошо, подвис. Мобов убить срочно. Добивайте, добивайте, блядь, не... ну станьте их как-нибудь. Дайте им дойти до босса. Охуенно. Это просто габелла. Так не убьем, пацаны. Так не убьем. Нажимай Геру. Давайте, давайте, потейте. Блядь, добейте. На мне, мобы. Нормально вроде. Много на мне. Ай, красавчик. Хорошо. Да нихуя не красавчики. Да не, нормально, что с одним-то трупом. Я точно нет. Голова, она еще вам нужна? Не. Что, я заберу? Забирай. Так, что, надо резать вас? Сань, кого резаешь? Че это шея, ой, голова не нравится, на ходу пал. Что? Сами. У меня есть. Давайте поперли быстрее. Не отставайте. Да, походу. Я могу его внутрь затолкнуть. Двое, все равно двое. Блять, живите. Массакр отдал. Забегайте вовнутрь. Давайте, давайте. Вы в стенку спиной упритесь, а не в лужу в эту. Не отлетайте туда. Мана кончит.
Так, я не знаю, ты в ретрике танканешь этого моба первого? Блять, ну как не знаю. Сомневаюсь. Не стоит, кажется. Не стоит. Нечаянно, ну, давай в танк. Сейчас, минутку. Так. Так. Получается, первая пати налево, а вторая пати направо. Ты уверен? Туда, направо. Я где танчу, справа, слева. Первая пати налево, вторая пати направо. Он слева, о, справа урона не хватит, если я буду налево стоять. Да. Вчера 20 катка на этом. Все кончилось. Давайте Пала тогда к нам. Ретрик, давай к нам беги. Блять, тут ШП тогда РДД меткость не дает. Что за дебилизм, нахуй? Босс бить или зомби масука, что, блять? Что-то я чувствую, что нас этот турист это вайкнет. Он еще и не в ДИСе? На плюс не. Серьезный тип. Это, походу, последний рейд в этой гильдии. Проходной челик. Ну, блять, потеть, чё? В девятером сейчас будете убивать, походу, дело. Давайте чекать готовность. Погнали. Ну, слева там у нас так это чуть-чуть. А как сами идем? У вас 42, 40, 30. Одинаково идем. Может. Сейчас слева. Я сейчас топну и выровняется. Ну, все, погнал.
Внимательно смотрим за дебафами. Танк, подходи, подходи. Ну танчи, чё ты? Где там танк? Танчи, танчи, конечно. Смотрим внимательно. Квадрат плюсы, минусы, блять, ну, опасно. Минусы в крест. Геру. А, да, когда? Можно. Вовремя, блядь. Смотрим внимательно. Смотрим внимательно. Приз никого не вайпнуло еще пока. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Плюсы все в портал, стой. Минусы стоять, стой, ждут. Блять, он не вайпнул никого, прикинь. Так и бегал грамотно, я за ним смотрел. Грамотно бегал? Я вам на фазах в сторону. Походу на него еще есть надежда. Башка никому не нужна это. Видимо, нет. Какая там? У меня такая, такая есть. Ретрик, это башка на ретрика нормальная или что это? Да. Да. Ну обычно там что берут? С артериона 25-ки плюс, плюс 2. Не, ну мне может что-нибудь попроще. Все, ребята, погнали. Военные идем. Ты 7, вон скелем. Бля, Сай, на 3 минуты отбегу. Поссать надо. Давайте подтягивайтесь к военному все уже. Нечаянно в сову здесь. Слетаю, поезд поменяю и сам прилечу. У меня этот танковский на Frost Resist стоит. 200 UD накопил наконец-то. Зачем сейчас это делать? Да, у меня потом. Камни все есть. А то ну, там... Мы идем как бы.
Сейчас я трэш не успею тебе почистить. Подлечу. У нас нету локов. Нам что, выходить тебя с ума? Не-не, я подлечу. Тут до Долорана недалеко. Может, все отойдем перекурим? Ну-ка, проголосуйте. И что это все нахуй значит? Типа, идем дальше или что? Или отойдем перекурим все-таки? Давайте, если отойдем перекурим, то нажимайте «да». Если нет, то значит идем дальше. Ну, трэш бьем. Блять, там он спит. Пока что. Давайте 5-5 минут перейдем. Выбирай быстрее. Прощай. Приветствую. А что будет, если я тоже в Долоран метнусь за шмотом? Ты окажешься в Долоране. То все, нет. Thank you.
Саня там у комбате это свет рубанулся. Какие там пресс-символы поносят? Парни, еще минуту чаю налью и подойду. Я пока не могу прочитать это заклинание. Что? Погнали. Здрасте. Элдрин, дай мне МК. Тинь там, самас.
патруль тоже, бля. Кто умеет? Че, где кладились на поле? Кто сказал? Ох, я его обидел, а? Тут тактику напомнить. Кто спросил? Викторм. Видишь вот эти два кристалла? Нажимаешь на него, приручаешь моба. У моба там несколько скиллов. Щит, таунт. Что там? Удар. Ну и удар. Все, вот ты второй человек. Кто может встать на... Он нечаянно может. Ну вон, наверное, лучше прист. Нечаянно всякое тут даст. Прист тогда вторую. Да-да-да. Самого босса непосредственно. А там тюрьме будем? Что? Самого босса, который непосредственно сдержим, нет? Ну да, пэтами. Ну, не пэтами, блять, а этими учениками. Все, вы перетаунчиваетесь друг с другом. Ну, видишь, как. Там стаки какие-то накладывают или что? Блять, пока момент. Не, не стайки, просто таун пропадает, наверное, другой таун. Не
сейчас везде. Хилы, мне тотем на ману ставить, нет? Не, давай, короче, Сереж, давай, блядь, наверное, ты чай, наверное, ты встанешь. Серьезно, думаю, что 8 марта много народу на РТ придет. Не знаю. А что еще дома делать? Че, говорит, что дома делать? Понимаю. У меня завтра на работе, поздравлю тех, кто не служил, и все. А что девушка служила? Пиздец. У нас комбаки так и нету. У него света нет. Заебись. Сейчас Хан зайдет. Кто зайдет? Срез. Так, ну пойдемте кто-нибудь один со мной его присуманит.